Привет, меня зовут Юля, и сегодня мы разберем разные варианты приседания. Существует много вариантов приседания, но мы начнем с самого начального и самого простого варианта. Итак, начальное положение: ноги чуть шире плеч, носки смотрят наружу, пятки плотно прилегают к полу, живот подтянут, поясница выключена. Мы начинаем приседать, сгибаясь в бедрах. Опускаемся вниз, смотрим, чтобы колени не выходили вперед носков. Доходим до положения 90 градусов, поднимаемся наверх. В то время, когда мы поднимаемся наверх, первое, что вы хотите сделать, это убедиться, что ягодичная мышца. Движение наверх, нам нужно убедиться, что ягодица — это мышца, которая работает в этот момент. Когда мы опускаемся вниз, мы сжимаем ноги и ягодицы. Когда поднимаемся наверх, ягодицы сжимаются еще сильнее, чтобы поднять вас наверх. Смотрим на пресс и на поясницу. Поясница ни в коем случае не прогибается, не выгибается наружу, не круглая спина. Натуральное положение вашего позвоночника. Вниз, поднимаемся наверх. Вниз, поднимаемся наверх. Смотрим колени. Колени остаются в натуральном положении, не выпирают вперед, не прогибаются назад. Положение 90 градусов. Вниз, наверх. Вниз, наверх. Как можно усложнить упражнение в начальной позиции, это добавив вес. Можно добавить dumbbells, можно добавить другой любой эквипмент, который вы хотите использовать. Например, вы можете держать вес сверху на плечах, это добавит еще работы на ваши плечи. То есть это будет вот так выглядеть. И наверх. Вниз, наверх. Очень медленно опускаемся вниз и чуть быстрее наверх. Чуть медленно вниз и наверх. Также можно держать вес перед собой, делать это в этом положении. Если это неудобно, то можно держать сбоку и подниматься наверх. Либо же использовать любой другой, другие веса, которые вы обычно используете. Спасибо за просмотр. Если хотите узнать больше, подписывайтесь и читайте информацию ниже.